and it could play with the thumb, and it could go over the snapper with the thumb. So when you walk for a moment, after take the horse from behind to your head. Подъем в рейс мы делаем от зада, а не от того, что... То есть при подъеме в рейс мы не подбираем повод, особенно на этой лошади, потому что если мы будем начинать переход в рейс с подбора поводья, мы как раз блокируем его шею, он не сможет использовать шею, будет перекидывать язык. Не сможет использовать зад. Если ты хочешь, чтобы лошадь чуть больше подсела назад, обращайся под внутренний диагональ. И когда ты садишься в седло, мни внешний бок. Вот так. Когда садишься, мни внешний бок. So it's little by little that you
назад, а не потому, что ты тянешь за повод. Steve, going forward, look, attention, pay attention. When you make look, when you make the half fold, for example, you can't make the half fold with this. You have the half fold going forward, going back on the seat. Полуодержка – это не тянуть повод на себя. И во время полуодержки постарайтесь не клониться вперед. Не делай повод короче, потому что я попросила тебя поднять. Повод не нужно. Длину сохраняем. Don't pull, but not. Не тяни правой, не тяни правой.